большое. Я ничего не вижу. А вы что-нибудь видите? Потому что сегодня у нас сильный туман, да? Туманный день называется. Утро туманное, да? Да. Сильно туман. А куда это вы собрались? В садик. А завтра нам Вика и Виолетта приедет. Да, будут завтра... у нас играть, да? А когда Маруша уедет на Камеротер, они останутся с нами. Нет. Да. Ну что, позавтракала я. У меня были тосты с маслом. 2 штуки и кофе с молоком. Сейчас иду вязать. Потом еще в 10 часов буду готовить обед. У нас сегодня тушеные сердечки с гречкой. Вот так вот. Гришка сейчас учит уроки, так что мы с ним тут вместе. Он к нам ходит, здесь на доске решаем задачи. Да, так что все вместе учим уроки. Ну да, вот уже коробку навязала, да? Да. Так, вот так вот мы и вяжем. Папа серпом косит петрушку. Мы ее складываем на поднос и складываем каждую веточку, чтобы получились вот такие вот пучки, связанные резинкой. И вот у нас ящики здесь для пучков, для готовых. Сюда я скидываю отходы, мама их просто на пол. Ну, остатки, в общем. Так, сейчас я буду готовить обед. 10 часов у нас, почти без 5. Вот, в общем, сегодня на обед у нас гречка в мультиварке, салат, помидоры, огурцы и сердечки куриные. Сковородка уже разогревается для сердечек. Сердечки я помыла, и сейчас они стекают на дуршлаг, и будем их сначала обжаривать. Так, вот тушатся сердечки, я, в общем-то, жду, пока выпарится вся жидкость, чтобы добавить уже порезанный лучок и морковочку. Так, вот сердечки уже с овощами, здесь морковка, болгарский перец, лук, посолила, поперчила. Сейчас все это немножко обжарится, буду заливать подливкой. А у нас тут Григорий англичанин учит английский алфавит. Все получается, только начали 10 минут учим, вот отметили буквы, которые надо уже знать. Уже 20 минут. Ну ничего страшного, учим же, сыночек. Главное учить. Я быстрее учу. Ну ты же русский, ты же не англичанин. Ну вот про что я говорю, зачем английский язык? Нужен, давай. А половина россияне, это англичане. Нет. Половина россияне. Половина англичане это россияне, сынок. Давай учим. Вот. Так, ну что, все я залила здесь сметана, томатная паста и водичка. И вот теперь все это покипит. Не знаю сколько минут, буду смотреть на сердечки, чтобы были мягкие. Здесь у меня 2 мультистакана гречки промытой и 3 мультистакана воды. Ставлю все на режим крупа в мультиварку. Немножко подсаливаю. Марсик, пошли провожать Гришу, пошли. Пойдем сейчас проведем Григория. Ты пойдешь? Рядом с соседочкой, это тут обрыв. Ну что, сынок, у тебя сегодня сокращенные уроки. Пошли. Наберите, пожалуйста. Нет, ты идешь сегодня. Кто не будет? У тебя сегодня еще сокращенные уроки. По 30 минут, а не по 40. Из-за давай, жары. Пошли. Так, ну что, Григорий поехал. Я сейчас буду продолжать вязать. Буду ждать, сижу не на обед. Не хочу сама кушать. Вот она моя петрушка, папа накосил мне серпом ее. Так что сейчас буду перебирать. Решуля уже пришел домой. Рассказывай, какие у тебя сегодня впечатления. Что случилось? Во-первых, папа запретил рыбалку. Во-вторых, я получил 3 по английскому. В-третьих, я написал неправильно домашнюю работу. О чем? Перепутал же черновик с чистовиком. А, ну это ж с утра. Ну ничего страшного, будем исправлять теперь, да? Так, ты где? Пошел. Афонька уже дома. Папа их привез, высадил и поехал сам на работу. Григорий, что ты там делаешь? Учусь забрасывать захват. Ну и как? Пожалуйста. Научился? Ой, научился. Со мной все в порядке.
Гришенька, ну не на кусты же. Ну я не на кусты, я на стол. Смотри, я. Тоша, ну отойди-ка. Она я, пожалуйста. Блин. Она я, это очень сложно. Говорю, можно я попробую. А я нашел пирожок. Смотри, он должен... Пирожка? Смотри, он должен так лететь. Смотри, вот об стол на середину ударится и закрутится как. Угу. Пожалуйста. Фаст. Да? Гриш, мне не нравится, как ты себя сейчас ведешь. Ладно. У тебя батарея садится. Я знаю. Фанташа.